Темнота. Поем. В жизни давно я понял, я же профессор, ведь чтоб сохранить здоровье, нужно его иметь. В общем, как говорится, чаша вам да змея. Любит народ лечиться, кто же ему доктор? Йо! Что же, начнем лечиться? Слушаю вас, друзья. Дочка замерзла, доктор. Так, где она? Вот стоит. Жалуется на что-то. В общем-то нет, молчит. Ну, если жалоб нету, значит, все хорошо. Много других болезней ждет нас, друзья, еще. Что у нас нынче модно? Скажем, депрессия. С нею бороться можно. Вот вам рецепт, друзья. Вкалывать, но не в мышцу, не внутривенно, вот. Просто работать, в смысле вкалывать круглый год. И, кстати, в этом смысле лучше всего завод. Всех нас волнуют шлаки, да, как, мол, их выводить. Нужно всем кушать злаки, а их отвары пить. Выйдут все ваши шлаки злаками заменять. А как выводят злаки? Это уж не у нас. А как выводят злаки? Это вам в сельский час. Чтобы не просто ужаться, средством делюсь простым. Нужно не приближаться к тем, кто уже простыл. Если вдруг ломит спину, ой, теплый песок в носок. Ну, а мужскую силу лечит хреновый сок. Одежда, медицина нынче умеет все. Скажем, омоложение или размер груди. Как же с обморожением? Что? Ну, тихо ты, погоди. Ну так о чем я, кстати? Грудь как омолодить? Сколько ей? Ну, 18. О, можно и так носить. Носите грудь, деточка. Много болезней все же, но не сдавайтесь им. Нас ведь врачей побольше, значит, мы победим. В общем, о самом главном поговорили мы. Ну а вот с дочкой как нам? Ждите конца зимы. Все!